Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию, всех сотрудников и преподавателей университета, всех гостей и, конечно, тех, кто сегодня в такой по-настоящему необычной обстановке станет магистром Южного федерального университета. Быть магистром – это почетно, это престижно и достойно уважения. У вас есть все основания гордиться своим университетом, история которого дала нашей стране прекрасных специалистов, чьи имена, дела, открытия широко признаны во всем мире. Ассоциация выпускников Южного федерального университета ежегодно пополняется талантливыми, неравнодушными и благодарными своей альма-матер выпускниками. Уверены, что вы продолжите эти славные традиции, приумножите достижения, с благодарностью будете вспоминать своих преподавателей и наставников. В 2020 году наш университет вошел в список 20 лучших университетов страны. И это неудивительно, потому что ЮФУ – это лучшие люди страны. Уважаемые магистры Академии физической культуры и спорта, с приветственным словом к вам обращается директор Академии Татьяна Анатольевна Степанова. Уважаемые выпускники, в этот торжественный день вручения дипломов о высшем профессиональном образовании уровня магистратуры радуюсь вместе с вами завершению такого сложного, интересного, но насыщенного этапа вашего профессионального становления. Я хочу отметить, что ваш выпуск отличался целеустремленностью, желанием разобраться во всех тонкостях и премудростях педагогической науки, желанием проверить эти знания на практике, когда устроившись по специальности. Сегодняшние успехи ваших учеников – яркое доказательство тому, что вы состоялись как профессионалы. Вы умеете ставить цели и достигать результатов, причем значимых не только для вас, но и для ваших учеников. От всего коллектива Академии физической культуры и спорта. От себя лично я поздравляю вас с этим днем и желаю вам счастья, здоровья, успехов, профессионального роста и успешной профессиональной карьеры. В своей карьере пользуйтесь принципом «Вера, семья, карьера». Верьте в то, что вы получили хорошее образование. Будьте верны педагогической профессии. Сохраняйте ценности, цените традиции, любите каждого члена семьи. В профессии, в своей профессиональной деятельности. Ставьте все-таки цели и достигайте их. Самые амбициозные, самые невозможные, но достигайте их результата. Я искренне поздравляю вас с этим праздником. И очень хочу, я верю, что Южный федеральный университет – это большой образовательный дом, это образовательная семья, которая всегда открыта новым участникам, но при этом ценит и радуется успехам своим выпускникам. Я искренне верю, что история Южного федерального университета дополнится страницами, на которых будут списаны ваши имена. Имена людей, выпускников Южного федерального университета, имена людей, которые достигли больших высот в области науки, образования и спорта. Успехов вам! Дорогие друзья! С приветственным словом к вам обращается профессорско-преподавательский состав Академии. Дорогие выпускники, на вас возлагается большая задача по укреплению здоровья населения, так как основным средством повышения иммунитета организма человека являются оптимальные физические нагрузки, которые могут рекомендовать специалисты с высоким уровнем владения профессиональной компетенцией. Желаю вам крепкого здоровья и творческих успехов в педагогической деятельности. Уважаемые выпускники, вот и настал тот день, когда вы завершаете обучение по программе магистерской подготовки. Поздравляю вас и желаю внести свой вклад в становление нового формата педагогического и физкультурного образования. Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте учиться и учите других. Сложности окружающего мира и профессиональной деятельности складываются в первую очередь из-за низкой культуры и образования. Помните это. Кадровая проблема ключевая не только у нас, но и во всем мире. В ваших силах это изменить. А если не получается, милости просим к нам. Мы всех выучим, повысим квалификацию, при этом и свою собственную, в том числе вместе с вами, и в сотрудничестве с другими организациями. Но главное, приобщим к свободному, критичному и творческому мышлению.
Удачи вам в жизни и профессиональных успехов. Дорогие друзья, магистры Южного федерального университета успешны не только в науке и образовании. Также ими покорены высоты бизнеса, политики, общественной деятельности, спорта, творчества. И сейчас вашему вниманию лучшие анимированные творческие силы Южного федерального университета. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская. Дорогие выпускники магистратуры Южного федерального университета, мы с радостью поздравляем вас с тем, что этот профессиональный этап становления в вашей жизни завершен. Но мы хотим сказать, что Южный федеральный университет всегда с радостью ждет вас для того, чтобы продолжить образование, для того, чтобы решить, собственно, те задачи профессионального становления, которые будут перед вами обязательно. Южный федеральный университет очень гордится своими выпускниками. Мы хотим, чтобы и вы имели право гордиться Южным федеральным университетом. Желаю удачи, успехов, процветания, профессионального признания и всего самого наилучшего и счастья в личной жизни. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается ректор Южного федерального университета Инна Константиновна Шевченко. Уважаемые магистры, дорогие выпускники, сегодня у каждого из нас и всего Южного федерального университета особый день, в котором мы традиционно отмечаем выпуск магистров и вручение дипломов об окончании университета. Это большое событие, большая веха жизни, и всегда в нашем университете это по-особому отмечается. Выпускной – один из лучших университетских традиций, и в этом году он проходит проверку временем и новыми вызовами. В условиях пандемии и ограничений, с ней связанных, этот праздник пройдет у нас в онлайн-формате. Но мы старались максимально приблизить его к реальным событиям. Конечно, нам не хватает человеческого общения, рукопожатия, радостных глаз выпускников, их родителей, членов семьи и всего нашего большого университета. В последнее время мы много работали над тем, чтобы совершенствовать цифровые возможности и обеспечить окончание вами нашего университета, освоение всех образовательных программ и в новых условиях, чтобы вы смогли успешно пройти квалификационные испытания. И вот они закончились. И сегодняшний день наступил. И, конечно, у нас, несмотря ни на что, всегда есть прекрасные поводы и основания, чтобы гордиться собой, нашим университетом. А гордимся мы нашими выпускниками. Вы с полным правом считаете себя высококвалифицированными специалистами, для которых прекрасное и престижное образование, полученное в Южном федеральном университете, становится путевкой в новую профессиональную жизнь и залогом карьерного и профессионального жизненного успеха. Теперь перед вами открыто множество дорог. Вы можете продолжить обучение, заняться наукой, и тогда, возможно, ваша жизнь будет связана с нашим университетом или с другой научной организацией или университетом в России и в мире. Или найдете себя в профессиональной жизни, дорогу, в которой открыла учеба в университете. Но всегда окончание университета – это новые возможности. Я желаю, чтобы они не прошли в вашей жизни мимо вас. Но всегда помните о том, что университет закончить нельзя. С ним можно только расстаться на время. И пусть время обучения в Южном федеральном университете станет одной из самых ярких страниц вашей профессиональной и творческой биографии. Уверена, что вы продолжите славные традиции «Альма-Матер», приумножите ее достижения – с благодарностью будете вспоминать своих одноклассников и своих учителей. И всегда успехи
И в мыслях, и в задачах вы будете возвращаться за свою парту, в аудиторию, в свою группу, среди своих друзей. Сейчас вы вступаете в жизнь, где потребуются все знания и компетенции, которые вы получили в университете, а может быть, которые еще нужно получить. Важно, чтобы у вас сохранялось желание и уверенность идти вперед, добиваться новых успехов, ставить перед собой новые задачи и быть успешными. Именно успехи ваши являются залогом будущего успеха и процветания нашего университета. Дерзайте! Успехов вам и свершений! Учитесь, трудитесь, любите себя, свою семью, свою страну. Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи во всем. Ну а теперь мы переходим к вручению долгожданных дипломов. Ну а сейчас мы переходим к самому волнительному моменту – вручению дипломов магистрам Южного федерального университета. Для получения диплома с отличием на сцену приглашается Алтухова Ирина Александровна, Глушева Алина Романовна, Дикун Анастасия Сергеевна, Долгова Маргарита Александровна, Залесская Наталья Геннадьевна, Калугов Владислав Витальевич, Корольчук Виктория Геннадьевна, Коскин Валентин Александрович, Мудрик Юлия Сергеевна, Орлова Ольга Александровна, Пересыпкина Галина Николаевна, Для получения диплома на сцену приглашается Балабанов Сергей Андреевич, Боровкова Анастасия Владимировна, Балуев Мансур Зелимхаевич, Вальвак Виталий Олегович, Гайтюкевич Анна Николаевна, Дивенко Сергей Сергеевич, Демура Максим Владимирович, Ершова Татьяна Александровна, Задорожняя Алина Юрьевна, Заикин Юрий Викторович, Киселев Алексей Сергеевич, Кисиль Ирина Викторовна, Ковалев Олег Андреевич, Колесников Иван Александрович, Кононенко Сергей Александрович, Кононенко Дмитрий Александрович, Косов Николай Викторович,
Левченко Евгений Леонидович. Мигунова Виктория Игоревна. Олиговах Регина Заримасовна. Оськина Наталья Викторовна. Сердюков Станислав Андреевич. Середина Анастасия Васильевна. Смирнов Антон Сергеевич. Сычев Дмитрий Александрович. Ткач Алексей Викторович. Уваров Егор Вячеславович. Филимонова Юлия Сергеевна. Хворостов Максим Юрьевич. Червинский Денис Юрьевич. Янборисова Полина Константиновна. Яценко Михаил Владимирович. Осталось несколько мгновений до того, как вы станете полноправными магистрами. Остался последний ритуал. Настало время открыть себя новому пути и навсегда связать всех нас крепкими узами дружбы выпускников «Альма-Матер». На счет три мы подбросим шапочки конфедератки в небо и откроем новый этап нашей жизни. И все это под звуки всемирного гимна студенчества. Считаем вместе. Раз, два, три. Ура магистрам Южного федерального университета! Ура лучшим людям страны! Годы учёбы.